Так, погоди. Почему ты еще не подписался на мою группу ВКонтакте? Ведь там ты можешь найти много всего интересного. Например, расписание выхода роликов и новости, связанные с каналом, и не только. Ссылка в описании. Здравствуйте, ребятишки, с вами Рирс. Мы продолжаем играть в Stardew Valley. В прошлой серии мы построили наконец-то курятник. И куры. Куры у нас появились. Давайте посмотрим прогноз погоды на завтра. Опять солнечный собака день будет завтра весь день. Что-то там, короче, все печально. Понятно, что ничего не понятно. Я тут подготовил ресурсы, которые нам понадобятся сейчас. 22-й день. Соберем еще урожайчик небольшой. Не прокнуло ничего, конечно же. Вот это все продадим. Отлично. Берем лейку и начинаем поливать твою мать. Куда я ее дел? А, вот она. Я ее переложил немножко. Оп, сюда. И идем поливать. Отлично, полили. Смотрите, ребята. Курейка-то бегает у нас на луке. И на луке живет. Можно ее, в принципе, не кормить. У меня есть 2500 денег. Я вот думаю, что сделать. Либо заказать улучшение. Либо не знаю. Давайте, наверное, купим курицу все-таки. Потом, затем, что мы сделаем. Даже две, наверное, курицы купим. Откроем животы. Ну, посмотрим, из чего делается майонезная машина прямо сейчас. В принципе, все это у нас есть. Земляной кристалл там, все дела. Две штуки мы, думаю, поставим. И будет отлично вообще. Все, идем покупаем две курицы. Я думаю, там места хватит для них. Блин, с 9. О, отлично. Выходи давай. Работать иди. Ты где? Она там спит еще по-любому, да? Хитрая какая. Ну и что нам делать тебе? С 9 работаешь, ну ты будь добра, приди на работу, да твою мать. Человек ждет, стоит уже 30 минут тебя. Все, нету, блин. Алло. Курица нужна мне. Капец. Что за наркомания-то? Оп, зато глина у нас есть. Редко вообще что-то полезное падает с этой штуки. Ну, как плюс. Тоже неплохо. Да, и она еще работает до 4. Сейчас уже скоро закончится, блин, ее смена. Она еще на работу не вышла. Ладно, давайте локацию сменим и зайдем обратно. Может быть, появится. Нам нужно две курочки, и все. И веди ее. Ходи там дальше, гуляй. Занимайся своими делами. Да ты... Иди на работу. Алло. Ты где там? Трешься-то? Ой, жесть. Ну что, сегодня выходной у тебя, что ли? Ладно. Хрен с тобой. Так, здесь мы что хотели докупить? А, точно. Животы пооткрываем, пойдем. Раз она не хочет, блин, работать пока что. На обратном пути зайдем. Сейчас надо это все по-быстрому сделать. Пооткрываем животы, потом занесем артефакт. Так будет проще. Процесс живот. Давай. Херач, друг. Да, 10 минут, отлично. Какая-то новая хрень. Никаит. О, отлично, уголь. Новая хрень. Слейт. Глина. Но еще какая-то новая хрень. Он просто камень.
Вот эти вот, наверное, хорошие будут вообще. Барит. Новый кристалл. Огненный кварц. Гранит у нас был. И глина. Окей. Блин, нам бабосов аккуратно две курицы еще осталось. Будем надеяться, что нам денежный приз какой-нибудь дадут здесь. Денежное вознаграждение. Это все сюда идет. Артефакты вот сюда пойдут у нас. Вот это туда же. А где награда-то? Алло, одна только, блин. Фурнитура, блин. Starfruit Seed. Окей, блин. Ну, Starfruit надо будет вырасти. Starfruit — это хорошая тема, на самом деле. Все, идем обратно к этой любище. Надеюсь, она работает, соизволит сегодня. Это каждый день там стабильный доход у нас будет идти потихоньку, помаленьку, с этих курей. Сука, ты где есть-то? Пойдем посадим Starfruit. Этот Starfruit нам увеличит потом. Сажается летом, вырастает за 13 дней. На следующий год его тогда будем садить. Потому что сейчас его садить бессмысленно. Нам осталось тут 8 дней до конца. Вот эту поставим, пойдем домой. Домой. Че это такое вообще? Сюда вот. Хлоп. Ну, окей. Допустим. Допустим, есть она у нас. Круто. Но до скольки она работает? С 9 до 4 каждый, сука, день. Написано. Какого хрена, спросите вы? А хрен его знает, отвечаю вам. Давайте дорожку построим тогда. Из камня. А раз никто не хочет тут ничего делать. Никто не хочет работать. Мы дороги будем строить. Надо энергию переводить. По этой дороге уже нормально, блин, передвигаться. И не вот эта щука, которая у нас происходит. Бесполезная, непонятная вообще. Отлично. Сейчас проложим. Вот это уберем, вот это уберем. Где там камни у нас, блин? Таких штук. Полтосик давай. Отлично. Давай строй. Ну. Вот так, 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 то так. Чтобы по этой дороге можно уже ходить было нормально.
а не то, что у нас там происходило, вообще бесполезное, непонятное чудо-юдо. Хватит. Чтобы они не зарастали. О, здесь даже двойные можно садить. Все, хорош. Вот такая вот чудесная дорога, ребята. По этой тропинке теперь мы можем путешествовать. И да, курей мы сегодня не получим, насколько я понял. Но они пока яйца не дают, они пока растут еще. Видите? Бэйби. Можно продать за 270. Ну, это, конечно, не камильфо, ребята. Так, ладно. Чем бы заняться-то нам? Ждем, пока силосная вырастет. Давайте это все переложим. И посмотрим, что бы нам продать. Нам бы меч продать. А, давайте майонезную машину тогда сделаем. Что-то надо-то еще. Вудстон. Вудстон. Две поставим сейчас. Будут они стоять у нас вот. Раз. И два. Вот так. Возле дома. Отлично. 6 часов вечера. Блин, спать ложиться сейчас смысла нету никакого. Погнали, погуляем. Бандлу посмотрим. Посмотрим, что здесь вообще можно пособирать. Растения всякие здесь. Вон, я вижу, вырастало. Барахло. Отлично. Да как так получилось? Понятно, такая дорога длинная, да? Окей. 7 часов вечера. Ладно, на паузу ставлю. Знаете, чем будем заниматься? Рыбалки, нахрен. Вот так вот. Посмотрим, что из этого получится. Тан-таран, тан-таран, тан-таран. Как же долго-то клюет здесь. Озерце в этом. Оп, бумага. Этот мусор тоже пока пооставляем. Потом из этого мусора можно будет перерабатывать другие ресурсы. Оп, ни хрена. И покачаем немного фишек. При прокачанном фишинге мы сможем сделать ловушки для крабов. Потом здесь по кругу все наставим. В другом озере тоже все наставим. И будем собирать с них урожай. Будет бабосов у нас немерено. Если все это, конечно, переплавить. Почти максимум. Ну. Ловись, газета большая, маленькая. Просто мусор называется. Почему бы и нет? Тоже неплохое название. Одобряю. Оп. Максималочка. Вот сейчас будет что-нибудь хорошее. Блин, не успел. Опять максималочка. Давай. Оп. Все. Идем, короче, спать. В топку это. Дерьмище. Бесполезно. У нас, кстати, камни закончились. Вот это минус. Все, спим. Чем мы давно продавали? 200 голды.
Отлично. Горох, это дело такое вообще ни о чемное. Так, ты успокойся со своей удочкой. Прогноз погоды на завтра. Завтра фестиваль будет. Фортуна. Удача не на нашей стороне. В пещеру не идем, значит. Там весь собрать ничего не можем. Ну что, начнем с поливалки. Давайте все это вот выложим. Где там? Я куда лейку дел? Вот она. Так, посмотрим, что в письмеце. Здравствуйте, Рирс. Завтра мы все собираемся вместе для цветочного танца. Если вы найдете себе партнера, то сможете сами поучаствовать в танце. Сейчас мы немного очищаем место за лесом к западу от города, где мы проводим танец. Сначала в 9 часов, если тебе интересно. Что ж, придется сходить. Вы так яро пиарите это мероприятие. Грех будет пропустить такое событие масштабное. Что ж, ребята, ставим на паузу. И да, ребята, сила на башне готова, так что можно сейчас идти и вычищать всю эту травушку. Где наше приспособление? Вот, видите? Видите, да? И там, по-моему, 250 слотов, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. 240 даже. А мы уже 11 насобирали. Кстати, курица. Оп. И котяра. Все, сейчас все вырубим. Вот так оставим, чтобы она разрасталась дальше. И сейчас меня интересует вот этот вот лес. Здесь вообще жесть просто. Будем редеть потихоньку травушку. Реально дичь какая-то полная. Надо ее такими вот пятнышками поставлять небольшими. Вот так вот. Чтоб она дальше тоже могла расти. Ну что ж, я думаю, хватит пока что. Хотя, давайте еще вот здесь подрубим. Пока собирается, почему бы не пособирать? Все. Отлично. Давайте посмотрим, сколько мы насобирали. 133. Хватит. Сразу выложим все сено. Вот. Шикарно. Нальем коту попить. Хлебай, дружище. На здоровье просто. Посадим семена. И польем. А так это. Остальное выложим. В пещеру мы не идем сегодня. Продадим вот это барахлище. И идем покупать еще курей. Быстрее, 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 быстрее. А на следующую получку уже будем обрядить оружие. Либо будем собирать еще на какое-нибудь улучшение для нашего животноводческого процесса, так сказать. Ты там что, уехала в отпуск? Часто происходит. Второй день подряд тебя нету. Реально наркомания какая-то. Если она сейчас вообще не будет появляться, вот это же в жесть. Придется переигрывать игру. А я пока в своем уме. Чтобы заново здесь начинать. Да какая у нас уже серия? Там за 10-ю уже, по-моему, перевалило. Мне как-то не шибко хочется это опять здесь торчать. Все заново тут делать. Так. Че я брожу, хожу? Энергия есть? Есть.
Хрен с ним, погнали в пещеру. Чем черт не шутит? Пройдем по бурям сейчас. 5 этажей. Нужно для начала посмотреть. Ничего не дадут нам за это, да? Ну окей. Я думал, хоть бобосиков накинут. Сначала нужно нам, знаете, что, ребята, сделать? Взять ягодок с собой. Взять факелок один. Оп. Ну ты пьяный, что ли? Все. Погнали в шахту. Заниматься будем интересными делами. Так, ну мы подготовились к тому, что курицы скоро вырастут. Надо было сразу скопом покупать их все. Что-то я не подумал об этом. Ну да ладно, тоже так сойдет. В принципе, постепенно будут расти сейчас. И постепенно будем переходить от огорода к курятнику. По максимуму кур купим. Будем продавать все это дело. Единственное, там очень мало денег будет пока что приходить, но зато стабильно. Тупо 5 уровней сейчас пробежать по-быстрому. Если получится, конечно, это сделать. Вообще без ресурсов пещера. Руби да копай, короче, говорят. О! Я, пожалуй... Ты чё? О, видите, они какие-то активные стали. Раньше-то вообще на меня внимания не обращал никто. Вот именно вот из этих вот чуваков. Чё такой активный-то? Слышь, ты чё такой активный? Ни хрена. Ладно, сразу вниз переходим. Сейчас тупо пройдем рубеж 40 этаж. И там, мне кажется, уже будет железо. Тридцать восьмой. Гриб. Неплохо. Слишком много что-то мышей-то здесь. Жесть. Так, отлично. Тупая, что ли, блин, а? Дохни давай. Просто отовнил пацана. Не, так неинтересно, когда он просто стоит. Как будто ему неинтересно со мной играть. Вы бы не хотели перейти на другой уровень-то, ребята? Все свои шарышки на конторе.
Понятно, короче, не хотят. Они не хотят, и у меня не получается, да? Ну окей. Ну, давайте уже, может, лестницу там мы сделаем. На уровень-то пониже. Блин, я сразу ниже, короче, пошел. Ну, в жопу. Что такое? Рогатка. Ну, это такая ужасная штука. Слингшот. Добраться до дна шахты. Ладно, идем домой, наверное. Хотя нет, сейчас спустимся на этажик. Посмотрим, будет ли здесь железо. Хоть где-нибудь. Вот с этих уголь хорошо падает. Во, железо, отлично. Тут вроде ничего больше нет, да? Давайте вот этих поубиваем мелких. А, нет, ребята. Я ж проходил там как-то. Сейчас-то что не могу пройти. Да ну нахер. Да риверс я. Вейкап. Понятно, короче. Потеряла половину лута своего. Ай. 300 голды потерял. Пиздец. Ладно, идем домой спать. На этом завершим серию, я думаю. Вообще за хп забыл следить. Я же проходил в ту сторону как-то. Почему обратно не получилось пройти? Че за бред? Я планировал для смертей поиграть в эту игру. Не получилось, ребята. Печалька печальная. Ну что ж, ребята. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо за лайки, за репосты, за ваши. С вами был Рирс. Увидимся в следующих сериях.